father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья. В прошлом видео я открывал новые капсулы ESL, только открывал я Legendary, а сейчас я буду открывать Challenger. Был момент, что капсулы стоили 0.25, многие купили, я купил там капсулы, одну купил, ну, накупил много наклеек, так как они упали в цене. Вот, буду открывать я всего лишь одну, потому что я не надеюсь, что выпадет что-то путнее. Ну, либо классно, да, хотелось бы, чтобы из этого ряда что-то выпало. Ну, там, допустим, Нави или ВП. Ну, вообще, хотя бы, чтобы вот это ВП выпало. Ну, что Нави у меня есть, Мауспорт есть. Ладно, нажимаем Open Capsule. Ну, господи, ну, я не знаю. Бог рандома мне первый раз в жизни услышал и... выпало то, что я, в принципе, желал. Я желал, конечно, из этого ряда, ну, или из этого, да, вот ниже. Выпало ВП. Вот ВП у меня не было, как бы она дорогая, чуток. Я думал, чтобы она мне и выпала. Вот, в принципе, вам открыл, что хотел. Пусть не такого большого качества, там, холла, там, эти, там, фойл. Но выпало ВП. В принципе, я рад. Я рад этому, что она выпала, то есть у меня есть Нави, ВП, то есть моментом я болел за них и болею сейчас, что и ВП. Сейчас молодцы, подписали состав поляков и выиграли Катависы 2014. Вот, в принципе, все, что я хотел вам показать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пока.